Доброе утро, ребята. Вот такое вот пасмурное утро у нас субботнее. Небо затянуто. Ночью вчера такой был дождь. Вроде как был даже град, молния. Короче, да, такие звуки были. А мы с самого утра, мы уже попили кофе. И у нас утро-хобби. Он сейчас будет играть. А утром приходил курьер и наконец-таки принес мне мои магнитики. Ура! Так что я могу пойти и доделать альбом. Yeah. Так что пока Ваня играет, я пойду тоже позанимаюсь. В общем, и по хобби. У кого шо болит. Так что все, я пошла в зал. Если что, кричи. У Вани тут с Пумой только что была фотосессия. Я их фоткала. Только посмотрите на это. Пума лежит. И Ваня в такой же позе. Ну сколько можно? Сколько можно? Так, у нас готовится вкуснейшая пицца овощная. И база у нас свекольная. О, это очень вкусная пицца. Они еще туда добавляют сушеный чеснок. Она вообще получается очень ароматная, классная. Но она еще не приготовилась. Так что ждем, когда приготовится, и будем у нас такой поздний обед. Точнее, поздний завтрак. Ранний обед. Ребят, у нас сегодня завтрак на диване. Ура! Мы кушаем пиццу, вчера, которую мы покупали. Она, кстати, очень вкусная. Масса сделана из свеклы. Чаек. Включили сериальчик. Время у нас 1:20. Мы сейчас едим. Немножко отдыхаем и идем в спортзал. Ну, отдыхаем для того, чтобы немножко все упало. Потому что не очень хорошо заниматься после того, как поешь сразу. Вот. Так что мы сегодня, с сегодняшнего дня, приступаем к занятиям в спортзале. Ну, я в спортзал, а Катя пойдет в этот бассейн плавать. Все, всем приятного аппетита. Вот моя порция. Обычно мы на диване не едим. Сегодня Ваня разрешил. На сегодня я разрешил. Вкусно? Очень. Итак, ребята, мы приехали в наш спортзал. Кстати, те, кто спрашивал, как же все-таки мы наше кресло довезли домой. В общем, мы открыли коробку. Да. И вытащили кресло, оно уже не такое большое в разобранном виде. И спокойно его загрузили. И оставили на всякий случай коробку, если бы мы хотели вернуть, если бы нам кресло не понравилось. Вот. Или что-то было бы не так, да, с ним. Да, какая-то была бы проблема. Вот. Но так как все хорошо, так что мы сейчас, когда будем возвращаться домой, выкинем ее. Остановимся возле мусорки, выкинем коробку. Коробку, да. И там наполнитель. Хотя наполнитель это можно оставить. Или у нас такой уже есть? С воздухом. Не, хотя у нас нет, с пупырками большой. Такой не нужен. А с воздухом не надо. Так, ладно, выходим с машины. Ой. Мы паркуемся вот здесь, возле этого магазинчика. Мы, кстати, потом заедем, купим когтеточку Пуме новую. Еще одну. Еще одну, да. Мы провели эксперимент. А у нас она, короче, по утрам любила свои коготочки точить об нашу кровать. Мы постоянно ее ругали по утрам. Она делает это часов в 7, наверное, утра, где-то так. Ну, вот. Когда она просыпается, она да. Точно. Ей, походу, как оказалось, сейчас я нажму, ей, похоже, лень. Лень это идти в зал. И Ваня говорит, давай проэкспериментируем. Мы поставим когтеточку в спальне. И что вы думаете? Она не тронула ни разу кровать. Ну, кровать у нас она ничего не сделала, так как там такой материал, что плотный. Да. И она его не испортила. Но если бы она это делала постоянно, то, конечно же... Она бы в итоге бы и испортила нам кровать. Потому что она у нас как бы снаружи вся обшитая каким-то... Велюром. По-моему, велюр по-русски называется. По-испански терсиопело. Терсиопело? Да, по-испански. Как третий волос. Наверное. Ой, все, наконец-то мы приехали. Приперлись, да. Ура! Спортзал, привет! Знаете, какой прикол? Мы с Катей уже давно планировали ходить в спортзал, но планировали всегда идти вечером. А вечером Катя себя всегда так, ну, уже устала, чувствовала. В итоге я тоже не особо горел желанием. В итоге мы не шли.
Или надо сегодня позавтракать, пообедать и пойти. Поэтому мы сегодня днем, да. И я думаю... Нет желания не идти. Сейчас есть желание идти. Я думаю, если бы мы до вечера дождались, мы бы... Я думаю, нам нужно и в середине недели ходить днем. Да, а не вечером. Ладно, что, пойдем. Сейчас я пойду купаться вот здесь. Ой, кстати, народу нет. Я думаю, мне удастся поснимать немножко. Вот. Днем вообще, в субботу днем тут вообще никого нет. Все закрыто. И людей нет абсолютно. Свободно как. О, я пойду вот этот маленький бассейн. Там вода теплее. Ровно час. Чувствую себя прекрасно, хоть и уставший. Хотел вам очень давно показать, как у нас круто сделана в спортзале система хранения. В общем, у нас такие вот браслеты есть, с которыми мы заходим в спортзал. Также нужен отпечаток пальца. Вот, но для того, чтобы открыть ячейку, ты просто прикладываешь, оно срабатывает, слышите, щелчок. Потом открывается дверка, и вуаля, ваши вещи также выбираются. То есть не нужно носить ни ключ, ни монетку, только браслет. Кажется, очень круто. Все, мы отзанимались. Сейчас вот смотрим, как теточку. Видите, такая? Но она не влезет. Это часть, сделанная из бумаги. И она на вот это все не влезет, Зая. Она же у нас жиробасочка. Тут есть труба. Нет, труба нам тоже не нужна. Нам нужно что-то компактное, симпатичное и... Смотри. Согласна. Вот это мне вообще не нравится. Ну вот нам, кстати, будет все вот это что-то приглянуло. Такое трио. Да, то есть она может и играть. Ну, это, наверное, на один день. Ну почему? С красным сердечком, которое висит, играет? Она играет до сих пор. Она уже, правда, в хлам его это. Беднягу истерзала. Больше нету. Там еще один магазин есть. Фу, я не хочу заехать. Он вот тут вот, следующий. А там точно есть для животных? Да. Да? Он просто этот по воскресеньям работает, а тут нет. Ну ладно, а да. Как она выглядит? Непонятно. Непонятно. Тут нету, да, ее? Да. Нам высокие не нужны. Высокие. В итоге мы купили... тройную, потому что другой магазин был закрыт. А еще смотрите, какое небо. Похоже, будет дождь. Так что мы едем домой. Ветер поднимается. Надо ехать домой. Вон, кстати, наполнитель у нас валяется в багажнике. Надо остановиться возле мусорки, выкинуть. Ваня решил запустить в небо воздух. За это в пластик выкидывай. Смотри, не улети. Картонка упала. Нет. Да, Зай, так засунь, ты будешь... Ты все растеряешь. Мы, кстати, выехали с магазина, смотрите, уже капельки начал капать. Дождик, блин, не фокусируется на стекле. Короче, уже пошел дождик.
у нас уже почти стемнело. Я немного вздремнула с вот этой вот красавицей. Нити лежит. Потом проснулась, немножко почитала. И пришло время готовить ужин. Так что пойдем приготовим покушать что-нибудь. Я уже знаю, что буду готовить. Так что пойдем сегодня буду готовить вместе с вами. Возьму заколку, заколю волосы. И пойдем на кухню. Не знаю, почему я тихо разговариваю. Никто же не спит вроде. Пусть ты спишь. Нет, пусть не спит. Я не сплю. Вот это чудо тоже не спит. Ладно, все, идем. Пума, пойдешь со мной готовить? Ужин пойдешь со мной готовить? Нет? Ну ладно. Сегодня на ужин у нас будет картофель. Я почистила его, нарезала, залила водой, посолила воду, накрываю крышку, варю до готовности. Также буду готовить соус к картофелю. Для этого мне понадобится бекон, луковица, сливочное масло. И вот такой вот буду использовать соус грибной. Были бы у меня свежие грибочки, я бы взяла свежие грибы и сливки. Не грибов у меня нет, есть вот этот соус, так что буду использовать его. Сейчас мне нужно нарезать не мелко, не крупно, золотую середину, по вкусу лук. Можно полукольцами, можно кубиками, в общем, наверное, я лучше сделаю это полукольцами, чтобы получились такие вот брусочки, как бекон. Да, нарежу полукольцами, даже не полукольцами, а четвертинки, короче, чтобы были. Так что сейчас нарежу лук. Я буду все готовить в сковородке вок, потому что потом к этому соусу я хочу пересыпать готовый уже картофель, все перемешать и немножечко поджарить, подтушить, в общем, в этой сковородке. Наливаю сюда совсем немножко оливкового масла, капельку, и вот такой вот тоненький кусочек сливочного масла. Сейчас это все начнет таять. Как только сливочное масло начнет таять, я закину туда луковицу. Еще у меня из овощей отдельно я пожарю спаржу. Вот на отдельной сковородке. Пока готовим вот это масло. Видите, во, пошло дело, пошло. Так что можно высыпать, в принципе, лук. Я совсем немножко посолила лук. Вот, все начало у меня так активненько готовиться. Теперь я убавляю мощность конфорки чуть ниже средней, чтобы лук не горел, а именно вот немножко потушился, потомился в оливковом и сливочном масле. Сейчас он станет более-менее прозрачным, и затем я уже добавлю сюда бекон. Это занимает буквально, наверное, даже не знаю, может, минуты 4-5 максимум. Так, у меня уже закипел картофель, уже варится. Я тоже убавила мощность и также уже поставила готовиться спаржу. Добавила оливковое масло, посолила. Накрываю крышкой, так как спаржа толстая, чтобы она хорошо приготовилась, я готовлю ее первую половину готовки, готовлю всегда с накрытой крышкой. А потом уже крышку убираю и поджариваю, чтобы были такие вкусные, чтобы была вкусная корочка. Чтобы не тушеная спаржа была, а поджаренная. Ну, Ваня такую любит, я всегда так делаю. Так, все, тоже все готовится. Так, ну что, можно пока лук оставить в покое и открыть упаковку с беконом. Масло сливочное нам уже не понадобится. Ну что, лук уже довели до нужного нам состояния. Теперь засыпаем сюда бекончик. Так. Теперь можно мощность конфорки сделать немножко посильнее, но не на максимум, иначе начнет все гореть. И будем поджаривать бекон, чтобы он был румяный такой и аппетитный. Смотрите, как красиво подзолотился уже и лук, и бекон. Теперь самое время высыпать
сюда уже отварной картофель. И теперь аккуратно лопаткой все перемешиваем. Пробуем на вкус соль, специи, перец, кто что хочет добавлять. Я сейчас немножечко посолю, хотя после того, как я перемешаю, сверху я буду заливать вот этим соусом. Но сначала я попробую его на вкус, как он посолен, подойдет, не подойдет. И если будет мало, вдруг, то добавлю соли. Если нет, то вообще прекрасно. Но плюс я еще сам картофель варила в подсоленной воде, поэтому я думаю, нормально будет. Но сейчас все смешаю, все ингредиенты, оно немножечко все приготовится вместе, и потом я попробую уже окончательно, как оно. Хорошо, нет, но перец, мне кажется, сюда нужно обязательно добавить. Так что поперчу я прям сейчас. Где мне перец? Кстати, заканчивается. Нужно купить. Вот так. И сейчас хорошо все перемешаю. Сюда высыпаю весь соус грибной. Я его попробовала, он очень вкусный. Сейчас я вот помогу второй рукой, лопаточкой доставлю остатки и хорошо перемешаю. Боже, как божественно пахнет. Не могу. Прям очень вкусно пахнет. Не забываем в процессе готовки постоянно переворачивать спаржу. Иначе она там у нас сгорит. Ну все, картофель готов. Запах божественный. Сейчас доведем до готовности спаржу, и ужин готов. Ну что, ребята, вот так я буду подавать сегодняшний ужин. Так что всем приятного аппетита, а мы пошли ужинать с вами. Ребят, вот зачем вы нам советуете такие сериалы, которые мы тупо просто сидим и смотрим. Которых очень сложно отрываться. И самый прикол, что у нас нет этого ощущения, что хочется досмотреть этот сериал. Не хочется, наоборот, хочется. Просто хочется смотреть его. Чтобы этот сериал не заканчивался. Но очень классный, душевный сериал. Я об этом уже говорил, но реально, ребят. Называется «Это мы», посмотрите. Да, классно. Без платочков лучше не смотреть. Не, ну я думаю, если человек посмотрит серии 2, ему он не зайдет, значит, это не ваш сериал. Но если вы посмотрите 2 серии, вам понравится, то будьте готовы, что первый сезон будет классный. Не знаю, как остальные. Может быть, там... Поставишь скачивать все остальные? Да, но у нас еще, я вижу, есть 5 серий. Это радует. 5 серий, это пройдет вот так. Ну, радуюсь, что мы сегодня с тобой хоть выбрались в спортзал. Уже прогресс пошел. Да. А завтра мы на встречу с друзьями идем, так что тоже не просидим весь день. А то просто завтра тупо мы просидели, посмотрели сериал. Так что все, ребят. Иду я монтировать влог, день пролетел. Отлично. Так быстро. Нет, день отлично пролетел, я не спорю. Ой! Все. Я пошел монтировать. Давай, Катя. Что-то это тоже не скучай. Всем спокойной ночи, ребята. Всем спокойной ночи. Сейчас я возьму отсюда флешечку. Вы уже поняли, зачем. Этот кадр уже этот был в влоге. Ладно, все. Всем пока. Пока-пока. Увидимся с вами завтра. Завтра воскресенье. Потом понедельник.